так плохо. Да. Такого я не ожидал, честно. Такого я не ожидал. Я не ожидал такого. Супер круто получилось, даже, наверное, лучше, чем я ожидал. Потому что я правда, я не знал, то, что просто там, раздвоением, да, и определенными манипуляциями не слишком сложно, возможно, добиться такого звука. То есть это очень круто. Первые впечатления офигенные. Просто офигенные, говорить нечего. Надеюсь, дальше будет все так же, и я еще долго не буду к этому привыкать. Да. Это просто получать удовольствие каждый день. Хорошо, Илья. Спасибо большое.